Об актуальных проблемах, работе и проектах говорят студенты Пензенского государственного университета с известными людьми региона. В одной из аудиторий о начале своей карьеры рассказала сенатор Российской Федерации, победитель конкурса «Лидеры России» Мария Львова-Белова. 2008 год. Начинали мы с Анной Юрьевной Кузнецовой, которая сейчас стала омбудсменом Российской Федерации по правам ребенка. И мы волонтерили в детской областной больнице, узнали, что есть такие детки-отказнички, и что этот период времени, пока они находятся в больнице, когда от них отказались при рождении, когда их нашли на улице или привезли из неблагополучных семей, вот они находятся там в одиночестве, и им очень нужны ласковые, заботливые руки. И вот тогда с этого все началось, да, вот с этой проблемы, как я говорила, которую нужно было решить. Правильная постановка цели, определение задач и проблем. План, на который советуют опираться победители конкурса «Лидеры России». Особое внимание они рекомендуют обращать на саму инициативу. Она должна быть уникальной и социально направленной. Вы со своими мозгами и есть тот потенциал любой движухи. Потому что все станки, все железки, они мертвые. И без людей, без их там горящих глаз. Чем вы моложе, тем они вас сильнее горят, это невозможно. Это просто будет мертвым грузом. И сейчас интенсивно ищут и рекрутят умных и активных людей. Именно активность, ваша постоянная активность – это основная ценность. Это очень важно, то, что эти люди приезжают к нам, общаются, запросто общаются со студентами, делятся своим жизненным опытом, делятся своим рабочим опытом. И что самое важное, они действительно предлагают помощь, могут помочь в реализации социально значимых проектов. Они могут где-то что-то подсказать.